это видео специально для моих друзей. Те, кто любит грибы, собирать грибы, все, что связано с грибами. Сбор грибов, отварка, изготовление и так далее, и тому подобное. Сейчас 19-й год, на дворе июль. Четвертую неделю практически каждый день идут дожди. Я хотел бы показать, наверное, своим друзьям, что происходит у меня на моей малой родине. В каком количестве здесь растут грибов. Я просто сейчас с рыбалки шел, поднабрал, принес домой. И, честно, не удержался. Просто заходишь в лес и какие хочешь. Какой масти тебе надо, любой. То есть заходишь и под березовки, под осинники, белое. Ну, я надеюсь, вы сами увидите. Все, погнали. Для любителей маховиков. У нас их вообще не собирают, не понимаю, растут. Вот они. Вот они. Вот они, вот они. Вот, 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 дальше пошли. Вон весь этот, все в маховиках. Кому нужны маховики. Но здесь никто не берет. Редко, редко, когда вообще ничего не отправляют, забирают. А так очень редко. Сейчас идем. Вот они маховички, вон маховики. Я просто взял, я взял ведро гулять. Я даже не собираюсь ничего резать. Как бы оно не надо, может белых возьму. Если совсем маленькие будут, тогда белых уберу. А так они мне не нужны. Я себе уже наварил, отварил много. Мне хватит. Думаю, как можно сейчас все забить, все запасы. А потом просто сидеть в лес и ехать. У меня потом времени не будет для поездки в лес. Сейчас идем к моему месту. Посмотрим, что там. Ну вот в край лес сейчас зашел, маховики попадались. Ну, и до этого меня собрали. Когда совсем нечего, тогда их берут наряду со свинушками вместе. То есть в таком, чтобы брали. Нет. Ажиотажа. Ну, в принципе. Поперли дальше. Сейчас переходка такая. Противная сосновой. Лесом, блин. Высокий, заваленный, захламленный, неудобный. Вот. Не знаю, сейчас получится найти крайнюю дорожку, чтобы побыстрее найти это все, выйти на нужное место. Все, погнали дальше. Вот они вышли, маховики, вот маховики, вон они, вот там, все маховики. Никто не берет, это все так перерастет, здесь останется гнить потом. Вот. Поехали далее. Thank you.
все, прогулка закончилась, сейчас пойду собираться домой. Погулял, пособирал. Сходил я в одно место, но, как оказалось, его там просто нету. Его вырезали. Вот. И как объяснить? На дрова опустили этот пятачок, где я раньше белое собирал. Подосиновики. Я пришел, там просто одно поле. Не поле, а пеньки стоят аккуратные. Все заросло травой. Прошел с краем оврага. Чуть-чуть порезал подосинников. Вот. На дорожку. Ну так, в принципе, все. Больше ничего особо не было. Показал, сколько маховиков растет в соснах, которые здесь никто вообще не берет. Вот. Так же, как и свинушки, и другие грибы. Забираются только белые, забираются только подосиновики, ну и частично подберезовики, остальные грибы не берутся. Фух. Дорожку развезло очень здорово после дождя. Идти очень тяжело. Вышел в поселку, сейчас домой. Отварю эти грибы, ассорти заморожу и буду укладывать рюкзак уже в сторону Москвы, в сторону дома. Подмосковье. Вот, все, всем удачи, спасибо за просмотр. Пока-пока.